Кого, народ? Меня звать Жертвью. А мы сегодня посмотрим интересненький, между прочим, ролик. Да. А раньше, вообще, давность, очень давно, так сказать, был ролик под названием «Аниматор против анимации». Это был реально топ, потому что ты, типа, аниматор, рисуешь анимацию, она против тебя, и рабочий стол хера разносится. Это было вообще очень прикольно, но... К сожалению, я посмотрел только две части, и тут случайно, вот чисто случайно, реально наткнулся на анимация против Майнкрафта. И мне чисто интересно посмотреть, что это вообще за ролик такой, и вообще он идет 16 минут. Так что, народ, я думаю, мы начнем его сейчас прям смотреть, чтобы не задерживать время, потому что время-то нам дорого. Так что начнем. Правда, я не знаю, что там получится, что за ролик. Потому что я его реально не видел. Но он давнешний, он 2 года назад вышел вообще. И надеюсь, очень прикольный. Тем более против Майнкрафта. И сейчас надо просто лицезреть вообще по топу. Давай, так, не, да, ладно, похер, пусть так будет, как я сейчас делал. О, винда семерка. Какой ты беззаботный хер. Опа. Чё это? Что это? Хата! Оу, тюк. Это типа значок Майнкрафта, окей. Вау. Это. Типа в Майнкрафт попал. Окей, хорош. Домик такой построят сейчас, да? Ну реально мой домик. Откуда ты знаешь, что делать? Воу, топ. What the fuck, это все из-за этой хуйни? Хе-хе, полюбе. А, топ. Нихера себе топ. А ты хотел без этой хрени? Не, надо долго бить. Вот, правильно, молодец. А камень ты еще дольше бить будешь, правила Майнкрафта. Это, походу, у него был специальный режим, который этот, песочницы типа. 4 доски, 2 палки. Не. Давай. А, кирку сейчас сделает. Топ. А, нормально, а че нет? Че такое? Ни хрена себе он там построил. Это мельницу, что ли, построил? А как он такую живую сделал ее? Это реально сложновато так-то сделать, по сути, чтобы это все вертелось еще, так ведь? Че такое? Опа, спиздил. Ну, деревья посадил хотя бы. Красоту ведет. Нормаль. Хер вверх и ваш. Запыльнуло. Опа. Желтый. Ты смотри. О, маяк. Класс. Окей, и что дальше будешь делать? И все, что ли? Красный ты смотри. Какой-то он что-то... Я думаю, он какой-то жесткий сейчас будет. Что-то мне... О-о-о! И что? Молодец. Топ. Красный. Алло, не надо. Красный, не надо. Не бери эту хрень. Мне кажется, он злодеем будет. Потому что, ну, против кого-то же надо идти, так ведь? О-о-о, все, кобздец. Че? О, он изучает. Ах ты ж, сучечка. Ни хрена себе. Если в Майнкрафте такое можно было бы делать... Именно вот так вот. Вообще топово было. Бы. Запер его, блин. Где кирка? У тебя же кирка, по-моему, была. У желтого нет? Не у желтого, по-моему. Окей. Выбери. Давай, киркой, кирка. Красава. Только не алмазную. О, каменная кирка. Зайбэс. Что дальше придумаете?
Разбирать? Зачем вы разбирать? Ой, серебро, ни хрена там серебра. Вот это неплохо, между прочим, он построил мельницу-то. Теперь он сможет долбить все. Хе-хе, топ. Ты смотри, реально топ. Оранжевый, сука. А топчик просто. Откуда не знает рецепты, я понять не могу. Вообще рецепты сложно, ну не сложно узнать, согласен, но это... Вот я как первый раз играл, я вообще не понимал, что происходит. Три. Достать, быстрей, го! Ни хрена он там набил ему. 64. Почти два пака. Нормально, ну и нахрен это нужно теперь. Ни хрена они там наделали всего. Это что он делает? Лук! Хорош. И что дальше? Стрелы? Хорош! Вообще нормально. Ну все. Бой готов. Че, серьезно, так можно было в Майнкрафте сделать? Удочкой? Серьезно? Я даже не знал этого. Ну все, давай, красный. Держись, падла. А хрен ли ты такой оранжевый и странный? У него как будто больше голова. Или... А, это, по-моему, в третьей части было. Или во второй. Не, по-моему, в третьей была эта хрень. Уже я помню, какая-то анимация такая была странная. What the fuck? Экшон начинается. А где музяка? С музякой вообще поэкшоновее было бы. Ох ты ж, смотри, сколько... Это вирус, а это антивирусы, белки. На-ка, сучка. Получи. Нихрена так-то это рисовать все. Они же, по сути, не 3D-шные модели, да? Или 3D-шные? Вот это мне интересно сейчас. Где он? Хедшот. Опа, опа. Хедшот, сучки. Вещи. Да нормально по папкам лазят, сучки. А спавн. Тихрена. Он уже все простроил тут, я смотрю. На, сучка. Ломай. Красава. Че дальше? Ура! Победа! И пойдем дальше. И что дальше делать? Опа! Кто это? А, скелеты, сука, ненавижу их. Ё-моё, ни хрена их там. Камбактись, камбактись оттуда. А, вот. Ну, топ, кстати, тоже придумали, молодцы. Но если бы это в 3D было, немного бы им по это помогло, если честно. Чего это они? А, ты смотри, пулемет, зенитка. Хорош. Ни хера там пулеметище просто. Топ, блин. Нормально. Граната! Граната! Да, сука. Ой, крипер. Это плохо. Не-не-не-не. Они уже на похеризме воюют. Нет, боже ты мой. Ща нахуй разлетятся все. Ни хрена там стрел. Топ, вообще топ. Ну вот такое это сделать в анимации, это вообще по-любому сложно. Я в этом хотя и не разбираюсь, но мне кажется, это дохера сложно. Стрелы берите, стрелы тоже нужны. Молодцы. Крипер. Сзади. На, сучка, баба. О, ты смотри, они... А, ни хера, они прорубили папку. Топ. Чё там такой? Хрена себе. Окей. Отбегай, отбегай! Бух. Е-е-е. Топчик. Ты смотри, это типа потайной ход или что? Реально, смотри, потайной ход. Топ. Они сейчас сломают кирку. Чё вы? О. И все что ли? Окей. Я думал, тут побольше всякого будет. Я думал, там какое логово этого красного, я не знаю. Ну, что-то как-то, ну, не сильно это.
Ха-ха, ни хрена себе. Вот было бы это в реале так. А то это вообще не так, по сути. А, яблоки жрать. А, хилка. ЗБС. Кто-то красавчик взял яблочко. Чё там? Опа! Красный! Дратути! Он психует, по-моему. Ну, типа, псих, знаете, такой, это... Трепещется руки, у него надо всё сделать. Всё поставить, всё положить. Ни хрена не рейд на него устроили. О, не на... топ! Сука, реально топ. На, давай! Всё! Гуляй, Вася. На-ка. Ну, замедленочки, слоумошечка-то такая, топ, вообще топ. Ха! У тебя вся, что ли? Серьезно? Два удара всего лишь? Чего? Ты чё не взял-то у него сразу? Чего? Кого? Чего? Херобрин, что ли? Серьезно? Нихера себе, это что такое? Ха! Хорош! Построил он там себе! А и чё? Ну и чё, это ж камень! Ох, нихера, вот это топово было, между прочим. Вообще топ. Чё, серьезно, водой всего лишь? Ногой его, а, всё, пиздец. Это вот это сложно выбить вообще. Сам знаю. Ой, все. Кобздец. Ломается. Ай, та-та-та, нет. Как так-то? О, и что ты сделаешь? Оп. Чего? А-а-а, типа... И все, что ли? Да, кобздец. Просрал ты момент. Просрал. Ай, все. Вот ему кобздец точно. Топ. Ни хрена, его сейчас отпиздили, все уже. Да, это, вот эту я часть, по-моему, смотрел. Вот именно вот это вот. Когда он типа в магазин ушел, то ли че. Когда они типа дрались там. Я помню, игра такая раньше была. Ёшкин-картошкин. Воспоминания. Типа жизнь до. Вся жизнь пролетела перед глазами. Вот так вот. Власть и могущество, народ, делают всех людей злыми. Вот так вот. А, все. Красный сдох. Ой, оранжевый, точнее. Ёшкин ты картошки. Ну, вот это их отыбздили вообще. Не, бать, у них хило, здоровье там, я манал. А, он идет к ним. Ёшкин ты картошки. Да все, пизда им. В бой! Идиоты кус. Че там стрела? Ай, все сломано. Топ. Вообще, реально топово. Бегите, глупцы, бегите. Че? Не понял сейчас. Че ты делать собираешься? Даун, что ли? С палкой, двумя удочками и травой? Ты собираешься хоть кого-то победить? Серьезно? Рили? А они куда делись? Смотались. Ха, смотри, хорош. Вообще хорош. Ну-ка. Опа. Че ты там, а? Опа, get over here, сучка. Давай дерево посади. Чё ты... А, лестница. Нет, подожди, это не лестница, это рельсы.
Ох, хрена так-то топ. На, на. Но это же быстро не растет, алё. А, нет, подожди, растет. А это чем он так посыпал? Опа, успел. Нет. Пошел нахрен. Уйди вон, сучечка. Блин, знаешь, как будто Властелин колец сейчас происходит на наших глазах. Как из одного кольца дерутся кучи людишек. И не только людишек, ладно. Корзина? И чё, а в корзину залезть? О, всё. Хрена. Всё очищено. Его надо посадить под замок, в архив. Типа в нем дух был злой. Ну, херабрин. Хрена себе. А я думал, сам красный так стал, это, жопы полный. Вообще топ. Сколько? 15 минут пролетело вообще на изях практически. Ой, молю вас, с папой еще почти. Ну, в нем дух все делал, ладно, бог с ним. Можно простить. Такие это, обдебахи. Топ. Реально топ. Вот это, сука, мультик. Вот это клево. Кто это там? Алан Бескер, зараза, топ вообще. Чё там? А это что за игра такая? А, это Лига Легенд, типа. Охеренно. Вот реально, народ, такие вот мультики. Да, мне пока еще никто это не советовал, конечно, но вот это вот топ. Там была еще какая-то часть, я еще не посмотрел. Можно будет и ее еще заценить. Так что, если вам понравился этот ролик, ставь ему лайк, пиши свои варианты, какой реакции мне делать. Все, народ, лайки ставим, подписка, не забываем делиться этим роликом с друзьями, комментировать его. И... все, всем пока. А еще у нас будет целая неделя реакции, потому что, да, в группе ВКонтакте смотри, короче.